Итак, стрим пошел, запись пошла. Друзья, всем привет. Привет, Good Game, SK2 TV, Twitch. Всех рад видеть. Сегодня будет достаточно интересная трансляция. Посвящена она одной из интереснейших игре на Sega Mega Drive, Genesis так называемый. Да, сегодня у нас стрим такой вне формата, олдскульный. Вот, и сегодня мы будем отыгрывать РПшечку, так сказать, РП-роль. И в этом мне поможет мой друг, с которым мы будем играть одновременно вместе. Вот, его зовут Артём. РПшечка будет заключаться в том, что я как бы по лору буду Малькольном. Я вроде правильно выговариваю, да, Артём? Ян Малькольм. Ян Малькольм, да. Я Ян физик, Малькольм. Математик. Физик-математик, да. Вот, поскольку у меня по физике и астрономии была пятерка, так что мне можно им быть. Вот. А Артём будет Аланом Грантом. Но поскольку я создаю сервер игры, так сказать, являюсь хостом игры, я почему-то не могу выбрать Малькольма, поэтому я буду играть Грантом. Но это чисто так, небольшая подмена понятий, но вы сами, в общем, все поймете. Вот. Ну что, Тём, если ты готов, тогда я завожу игру, и мы начинаем. Давай. Ну давай, поехали, дружочек. Так. Есть? Сейчас, подожди. Так, отлично. У меня, походу, вообще игра повисла. Это я, потому что нажал на вкладочку. Все, у меня soft reset. Да, все, игра пошла. Так. Звук есть. Так, ну пока здесь все это дело происходит, теперь я сейчас скажу здрасте целому одному зрителю, кто будет меня смотреть, это же буду я на работе. Вот, сегодня мы будем играть в парк юрского периода «Затерянный мир» на Sega. Вот, я буду играть за Алана Гранта, ну как бы отыгрывать, а мой друг Ваня будет Яном Малькольмом. Это я. Это он. Это который я. Вот вы видите сверху, справа, в очечах, пьющий чай. Вот. Но, к сожалению, у нас не получилось нормально настроить все эти дела, и у нас немножечко будет изменено игровое, так сказать, управление. Я буду играть за Яна Малькольма, а он будет играть за Алана Гранта. Но это, я думаю, не помешает, потому что помирать будем вместе, и, в общем, все будет хорошо. Это да. Ну что, ребят, в общем, мы готовы. Так. Сейчас я быстренько проверю чатики. Так. Проверим. Да, работает. Проверим. Проверим Twitch. Напишем себе хай. Forever alone, так сказать, сам себе пишу. Ну и SK2 TV. Да, чат не работает. Так сказать, я забыл кое-что сделать. Вот, да. Еще разок проверю. Да, все нормально. Ребят, в общем, можете смотреть нас на Good Game, Твиче. SK2 TV, где удобнее. Самое главное, не стесняйтесь, пишите, мы будем комментировать. Вот, я думаю, игра получится достаточно интересной, смешной. Вот, все-таки игра детства как-никак. А ты будешь говорить другими голосами? Ну и периодически буду, да, дружок. Ну ты что, ну ты же не этот, ты же нормальный мужик, который там это. Так, ну у меня все тип-топ. Физик, математик. Да. Я доктор Малькольм, да я вообще, у меня такая самооценка, дружбан. Да, вот все нормально, я думаю. Ну что ты? Ну я готов. Ну ты за. Сейчас я тебя под чемодан. У меня почему-то идет выбор, старт, ты сам там что-то нажимаешь. Вниз-вверх. На старт нажми, на старт в игру. Ну все, я здесь. Ты в игре, да? Я не управляю. А, управляю, все. Так, я, короче, черненький, а он вот в моей одежде.
Да, мы как бы такие, ну, типа свингеры, друзья-попсёныши, мы решили шмотками поменяться, знаете, как девочки, которые, ой, а можно я у тебя это возьму, а можно это, мы тоже решили по приколу, короче, поменять. Так что вот в центре посадочной площадки хеликоптера... Посмотрите, на самом это деле... новый сезон 97-го года, посмотрите, отличные джинсы с порванными кармашками и, короче, да, это я. А вот этот тот в шляпе, который бегает, это другой. В общем, то, что в шляпе, это Ян Малькольм. Ой, я еще и стреляю. Ты патроны вот эти видишь? Какие? Я вот. Хуже взял какие-то патроны. Нет, а, значит, ты их взял, значит, они, ну, на лампам-пам, типа. И на тебе, лам... и мне. А, так, ну я, да, я да, у тебя да, в центре, да? Ты у меня сейчас... Сейчас к тебе плюется динозавр. Блин. У меня в игре плюется динозавр. Сейчас, подожди минуточку. А, у меня такое ощущение, что у меня просто... Вот я сейчас встал на вертолетную площадку в центр. Показываю свой отличный загар, мышцы и вообще прическу. Сейчас, минуточку. Так, вот сейчас ты в центре, да? Да, вот ты сейчас подбежал сюда. То есть ты в центре вертолетной площадки? Да. Так, точно. А, делай ресет, короче. У меня какая-то байда опять. Софт ресет? Софт, да. Потому что вот почему-то в момент, когда я начинаю стримить, сетевой маппинг почему-то как-то работает крайне некорректно. Не понимаю, почему. Так, два игрока, кооператив. Ба-бам-бам. Так, старт. Я зашел в игру. Ну да, я тоже здесь. Тоже здесь, да? Ну давай проверим. Так. Ой, сколько у меня жизней. Иди возьми. Все, я взял. Так, внизу здесь патроны были. Динозавра видишь, да? Вижу. А суть проблемы в том, что когда я начинаю стримить, почему-то у нас идет какая-то задержка и сцена неверно отображается. То есть я нахожусь не там, где я нахожусь у Артема. Так, вот динозавр сейчас вот этот видел, да, его? Ну, он убежал куда-то. Я его убил. А, может быть. Сейчас, давай еще раз проверим. Пойдем. Вот я сейчас за тобой, в бочке слева. Вот сейчас динозавр вышел, да, у тебя? Нету, нет динозавра у меня. Вот сейчас только вышел. Когда я сам туда подошел, он вышел. Короче... Он у меня убежал. Вот сейчас убежал направо, да. Наша РПГ будет заключаться в том, что мы сегодня будем бороться. Что мы будем искать друг друга, да. Мы будем друг друга искать. Так, вот какой-то огромный динозавр. Видишь его? Вижу. Я его убиваю. Убил. Какая-то у нас все-таки потеря идет... Причем конкретно. То есть это все-таки от бендвича, от настроек бендвича не зависит. Так. Ну мы с тобой сейчас, когда офлайн играли, было нормально. Было нормально, да. Но возможно во время стрима. Вот я сейчас тоже стримлю. У меня нормально все. А, ну. Ну ты же не можешь этого знать, да, наверняка. Да. Вот сейчас у меня динозавр выбежал. Иди сюда, влево иди. Вот я сейчас иду к динозавру. К машине подойди прям вплотную, пожалуйста. А я сейчас вообще не там. Я сейчас нахожусь еще за бочками. И ты у меня бегаешь за бочками. Ты сейчас, мы пробегаем в правую сторону к указателям. Ну вот, я сейчас у знака. Вот я прям у него стою. А у меня ты не у знака, ты по диагонали справа. То есть, если брать по окну, ты у меня по диагонали в самом низу, справа. Какая-то хрень, потому что мы с тобой когда сейчас офлайн делали, все нормально было. Да, было нормально, да. Ну, вообще, нам нужно проходить игры соло, и просто я буду тупо сидеть с тобой и разговаривать. Да, потому что задержка все-таки идет.
Вот сейчас я взорвал эти бочки и пошел в машину. Ну, я понял. Ну да, но ты у меня вообще здесь около машины бегаешь на самом деле, поэтому... Да, какой-то фейл. Ну, кстати, на самом деле, давай-ка я быренько попробую, пересоздам. Как ты на это смотришь? Я смотрю на это весьма положительно. Либо... Можно попробовать, конечно, другую ROM игры, как вариант. Но мне кажется, это не из-за этого. Не из-за ROM. Так, сейчас, минутку. Так, NetPlay. Выходим. Connection Loss нам пишут. Соответственно, мы делаем Soft Reset. Так, я создаю игру. NetPlay, Start Game, Ambition. Так, давай латенс все-таки я поставлю соточку, как она по умолчанию стояла. Наверное, не просто так она все-таки стояла. Она же соточка была, да? Mm-hmm. Normal play. Так, шарит. И bandwidth. Ну, medium, не знаю. Вообще, bandwidth это типа ширина канала, типа трафика. Ну, по идее. Давай попробуем medium. Так, я создал. Я пересоединился к тебе. На, вот, чтобы нашим друзьям, так сказать, не было скучно смотреть. Так, вот у тебя скобочка написана 0.15, 0.16. То есть это будет пинг. Он маленький. То есть ты сейчас можешь его на стриме, кстати, видеть. Ну, в общем, ладно. Латенция соточка. И bandwidth medium. Попробуем. Game on. А у меня фильм идет. Парк юрского периода в окошечке. Так что все замечательно. Кому не это, может фильм посмотреть. Правда, сам может дублировать роли. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Так, я сразу жму старт. Так, вот этого Дина, в принципе, уже можно убрать. А почему? А где я-то? Вот я тебя не вижу, да. А ты где? Нигде, я... Ну, что у тебя сейчас на экране? Ты бегаешь у меня на экране. Давай я ресетнусь и к тебе еще приду. В игре? Нет, ты сейчас в самой игре находишься? В самой игре? Нет, я не нахожусь в игре. У меня Fusion показывает, как ты играешь. Давай тогда soft reset по новой. Ты два игрока не поставил, наверное. Нет, нет, там по умолчанию должно вообще было. Ну сейчас я проверю. Блин, а, точно, я же пересоздал, да-да, я же пересоздал сетевое соединение, кооператив, Ctrl 1. И, кстати говоря, друзья, вот если вот я поставлю Ctrl 2, то это вообще никак не помогает. И это, да. И я не могу играть Яном. Так. Ну что, Тём? Ну, пойдём? Там я загружаюсь. Ну, меня нету. Я вижу как? Опять тебя, а меня нету. На чём бы я не нажимал? Нет, я тебя вижу, кстати говоря. Ты у меня в игре. Я в стриме тебя вижу, но у меня в игре тебя нет. Сейчас я попробую перевести. Нет, я не про стрим, я конкретно говорю, что ты у меня в игре. Я знаю, я вижу, я по стриму вижу. Короче, подожди, стоп. Сейчас я... Я перезапусти Kegu Fusion. Перезапустил. Открыл игру. Так, создаю сервачок. Создавай. Латенция 100. Ну давай. Ну? Во-первых, латенция, считаю, соточка, задержка, это сколько? 1/10 получается? Не, 1/100 секунды. Хотя здесь, наверное, латенция как... Бам-б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 ам. Так, два игрока, первый контроллер. Так, ты сейчас менюшку видишь, да? Да. Так, старт гейм.
Ну, нормально все? Сейчас нормально. Ну давайте, друзья, дубль 2. Попробуем, так сказать, посмотрим, будет ли нормально, корректно работать сетевой маппинг. Так, у меня вот динозавр, видишь, да, его? Вижу. Сейчас, тут патроны. Видишь его, да, он прыгает? Да, вижу второй. Да. Так, ну это приятно слышать, так сказать, что у нас практически одновременно. Просто охотник за привидениями. Ghostbusters! Да. О, да здесь можно кнопку зажать. Все. Мы услышали его предсмертную агонию. Стой, тут медалька. Сейчас, мне кажется, нормально все работает, не? Слушай, давай, это типа у тебя на язык. Давай проверим все-таки. Ну, сейчас стоят дефолтные настройки сетевой игры. Возможно, да, наверное, все-таки разработчику было... Так, стоп, иконку видишь? Ну, это... Да. Появился у тебя? Видишь, я да? Я его забрал, да. Динозавра нет. Только что убили, правильно? Во-во-во, да, отлично, супер. We did it! Ага. Ну что, мой друг, товарищ? Ну что? Приступим к уничтожению динозавриков. Сейчас, подожди. Даже бочки взорвать надо. Вот это не трогай, она... Трогай. Сейчас, подожди, стоп. Вот так вот. Сколько, покажи мне наличие этого автомата, сколько у тебя? 15. Так, сейф слот, ну-ка, F5. State слот, да, 0.1. Да, суть в том, что игра как бы олдскульная, но... Поскольку у нас сетевая игра получается, я не могу рисковать прогрессом игры и буду сохраняться посредством самого эмулятора. Я надеюсь, ребята, вы поймете, не будете подхёрдить на этот счет. Да, конечно, в других сингловых играх мы будем проходить их чисто, так сказать, собирая жизни, континус и прочее-прочее, но... На самом деле, мы проходим игру для того, чтобы ее пройти, а не для того, чтобы показать, какие мы офигенные. Да, что мы прошли с первого раза, да, показали все секреты. В общем, буду перейти. В детстве я ее не прошел. И я думаю, ты ее прошел. Нет, я не прошел. Я доходил до каких-то там далеких уровней, там, на лодках сплавляться, еще и как-то. Да, нет. Тут в этой игре, по-моему, 36 уровней, она крайне огромная, поэтому поскольку мы не можем играть. Ну, поскольку мы играем по сети, так, ты видишь, да, я у геомашины? А, насчет раз, два, три. Да. Ну что, да. Ну, вроде норм, я сел. Ты сел? Ну, я думал, насчет раз, два, три мы это сделаем, типа проверим, ну ладно. Ну, не, ну ты же в машине сейчас, я же езжу. А, я в машине. Ну, все, так, ну вроде все нормально. Так, не трать казенные, так, значит, Кстати, ребята... Там патронов уже нету. Забей. В общем, Алан. Я получил письмо, так... Я извиняюсь, я лоханулся, надо нажать было кнопочку А. Я тут получил письмо из командного центра. Нас просят, так сказать, найти мобильную лабораторию. Вот, и потом мы получим дополнительные сведения и задачи в целях нашей миссии. То есть, вообще, для чего мы сюда прибыли, на этот остров, да, ребята? Мы потеряли контакт с этой мобильной лабораторией, поэтому нам нужно его установить. И у меня вот сразу вопрос, Алан. Здесь вот говорят, пожалуйста, осторожнее, опасайтесь всяких динозавриков и отравленных растений и подземных мин. Ну, в смысле, наземных мин. Ну, вообще, мин, короче. Вот. И вот эти динозавры, вот, пожалуйста, расскажи мне, вот, что это за динозавр такой? Дилофосаурус. Ну, здравствуйте, я сейчас... Ладно, я буду нормально рассказывать, как Алан Грант. Короче, дилофозавр. Хищное существо. Мы можем, кстати, играть, я могу по ходу просто говорить. Здесь в игре я сразу, мне бросился в глаза, что абсолютно не... Он не соответствует, как бы, правде. Дилофозавр... На самом деле, ростом, вернее, длиной от кончика носа до кончика хвоста 7 метров. В высоту он 3 метра. То есть это очень большой динозавр, который весит около 400 килограммов. Ну, это не такой динозавр, который был представлен в фильме «Парк юрского периода». Там был он маленький такой, с размером с собаку, с индюшку.
которая типа плевалась ядовитыми с этими слюнями. А вообще, как бы, как я знаю, никаких слюнями они ядовитыми не плевались, это все просто было сделано для того, чтобы добавить какой-то экшн-фильм. Ну, серьезно? И, серьезно? Да-да-да. Плевались? Да, ничего такого не было. Этот гребень, который у них есть, на носу, который гребень, это вообще, как бы, как сказать, генетическая такая, не то что мутация, в общем, это сросшиеся слезовые и носовые полости, который действительно, может быть, как верблюда, они что-то там и делали, плевали, но как бы насчет яда ничего вообще сказано, ну, нигде такого не было. И вот этот мешок, который у них был, зонтик так называемый, да, вот этот капюшон, вообще, как бы, если их сравнивать с современными животными, это было просто для привлечения самок, там, типа, в брачный период, то он наливался кровью, он, в общем, просто показывал, что вот, мол, я такой здесь, давай, бери меня. Моя любимая самочка. Вот, и второй динозавр, да, как я успел заметить. Ты нам скажешь, Ян, кого ты сейчас будешь отстреливать-то? Ну? Алан, я пытаюсь найти, на самом деле... Куда нам идти? На карте, да, мобильную лабораторию, но почему-то, видимо, в моем все-таки TFC... приемники сели батарейки, мне кажется, поэтому нам придется искать все-таки его самого. Ну, наверное, да, так как солнечная энергия у нас... Да, нельзя рассчитывать все-таки на современные технологии, надо рассчитывать только на себя. Вот, так. Сейчас достану свой компас. Так, что у нас здесь? Угу. Получается, значит, я управляю машиной, а Алан может стрелять. Да, я стрелять не могу. Так, едем. Да. Стоп, бочки. Да, стреляй. А что-то как-то не... О, так вот. Еще. Давай. Ой. Все взорвали. Да. Почему мы здесь едем на машине? Потому что там ядовитые испарения от... Ядовитые испарения от растений. Поэтому... Пройти мы уж там никак не могли, но зато можем проехать. О, чекпоинт. Так, чекпоинт, да. Подожди, дай я взорву там. О, какая-то штука. Это ремонтировать машину. Чинилка? Ага. Ладно. И хпшечка. Ну, хп, да. Уничтожил я ее. Ну-ка. Эй, братище. Эй, я не хочу ездить. Вот. Я ездить не хочу. Давай, убей его. Все, заходи, из машины убьем. Залази. Залази. Здравствуйте, мои уважаемые достопочтенные. Так, сейчас минутку. Давай, посмотрим дальше. А, да, еще что забыл. Вот такая огромная карта. Да, карта здесь. А это, наверное, куски, которые подкрывали, он... Да, карта действительно огроменная. Так, ну... Я так думаю, это где-то внизу, справа должно быть. Да, но видишь, здесь вот рукав есть такой небольшой. Давай-ка мы туда съездим, возможно, там какие-то выжившие будут. О, патрончики. Сейчас я возьму. Выйди из машины. А, все, у меня фул патронов. Да, у меня двадцаточка, возьми себе. У тебя тоже фулка, да, получается? Mm-hmm. А, скорее всего, это мы... Если я беру, то и тебе, наверное, дается. Да. Да. Такая вот дружелюбная игра. Мины! Стоять, тихо. Стоп. Расстреливаем их, так. А их можно расстрелять-то? Ну да. Нет, нельзя. Нет. А, наверное, с машины можно простреливать. Да, давай попробуем. Нет, выйди. Ага, залази. Стреляй. Нифига. Нифига, да? Пешочком тогда здесь. Пошли пешком, да. Опасно идти. Точнее, опасно здесь на машине ехать. Так, стоп. Вот здесь что здесь? Так, бочка. Бочка. А, динозавр. И жизнь. Так. У нас 4 жизни. Отлично. Отлично. На двоих. Да. Так, давай вот влево зайдем. Если да, у меня управление, я играю сейчас с Xbox-овского, блин, джойстика.
абсолютно неудобная для вот таких игр, где нужно крестовину использовать. Потому что у Xbox очень неудобная крестовина. Так, хотя сам... так, бери жизнь. Она одновременно. Да, отлично. Так, давай-ка мы... Ой-ой-ой. Нет, это я первый стрельнул, ты ее уничтожил. Это был ты. Это It был was ты. You! Так, давай. Да я сдаю задний ход. Эй, ребята, пожалуйста. Можно везите за 50 рублей. За 50 рублей. Эй, дорогу покажешь, братья. А, стоп. Стоп, еще патроны. Так, выходи давай. Давай, давай. Так, ну что, значит... Так, там какой-то опасный... Нет, это Throwdown. Это есть Throwdown. А вот здесь все тоже, вообще все по-другому. Throwdown, он ростом метр в высоту. 2 метра у него в длину. Он маленький, 50 килограммов весит. То есть реально как собака, его можно ногами отпинать. Ну, здесь сейчас он представляет... Сейчас я проверю карту, Алан, подожди минуточку. Хорошо, хорошо, Ян. Ян, я вас слышу. Прием. Так, получается, да, вот здесь мы появились. Сюда попасть мы не можем, там нам деревья мешают. Ну да, в общем-то... Ой, извиняюсь, это я? Да, так старайся не делать. В общем, нам нужно идти вниз, иначе... Ну, в смысле, больше нам некуда ехать. Только надо объехать вот эту горочку. Так, жизнь у нас фулл. Как машина лихо на этом подпрыгнула. Ой-о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 й. Да, я просто мастер дрифта. Слушай, ну здесь тоже пешочком надо идти, значит. Да. Хорошего понемножку. Так, осторожней. Я думаю, что можно подорваться и на... Кстати, динозавры тоже могут подорваться на минах. Молодец. Круто. Мы проверили. Это называется Rocket Jump практически. Да, нужно срочно... Да, Mind Jump. Так. Опа, 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 опа! Переключаемся, оружие! На нас напали какие-то... Дикие... Мерзкие. Дикие обезьяны. Дикие обезьяны. Это аборигены. Слушай, подожди. Вот, у меня есть гранаты. У меня есть гранаты... У меня тоже есть. Посмотри. Есть, есть, я уже посмотрел. Я пока есть, прикрою тебя. Ты, я думаю, ты думаешь, да? О том же, о чем я. Да, я думаю, что нужно пойти в кустики. Это газовая граната. Это газовая, да. Ну, извини, я же просто физик, я же не военный. Ну да, да, да. Вот так вот. В общем, пойдем лучше пешком, Алан. Мы с тобой так, так сказать, будем... Более внимательны. Надеюсь, здесь мы, короче, зачистку как Рэмбо сделаем. Да, да, да. Так. Я сзади возьму. Вот так, все. Нормально. Сзади возьмешь? Сзади возьму. Сзади возьмешь. Возьми меня. Так. А, вот, кстати, палаточка ихняя. Их. Давай, расстреляем их, пока не... Давай. Ну-ка. Да, чтобы они больше не смогли, так сказать, появляться. Па-п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 а
Блин, ну да. Спасай меня, спасай, у меня сейчас. Спасибо. Так, в общем, вот эти наши враги, они кидают эти гранаты, грены. Если вы помните, эти враги, это на самом деле не такие враги, это охотники, которые были посланы InGen Corporation для того, чтобы ловить динозавров. А мы на самом деле здесь незаконно. Мы пришли не то что спасать, а как бы показать, что здесь можно типа жить, существовать. И мы делаем диверсии на самом деле. То есть мы вне закона. Мы плохие, bad boys.
Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do in a con for you? Bad boys, bad boys. Backstreet boys. Знаешь что, давай-ка мы вот здесь все-таки посмотрим, да. Потому что здесь вообще, по идее, должен быть тупик. Но, ага. Но всё, мы наспиковали свинцом очередного аборигена. Вообще, вот мы столько уже пробежали, мы должны устать. А мы не устаем. Нет, на самом деле, просто каждый день, когда я просыпаюсь, каждое утро я ем печенье принц. Печенье принц заряжает энергией, и тут я должен держать вот так вот. Вот так вот. Очень ладно. Здесь могла бы быть ваша реклама, ребята. Да. Да. Спасибо. Можно я прорекламирую свое средство для удаления волос? На интимных местах? Да не обязательно. На глазах там. Под пальцами. Интимное средство для удаления глаз. Ох, смотри, еще один. Мочи его. Мочи, мочи, мочи. Слушай, вот немножко отойдем, так сказать, от такой шуточной РПшечки. Вы знаете, ребят, я настоятельно всем рекомендую тоже окунуться все-таки вот во времена олдскула. Вот лично сейчас я получаю огромное удовольствие, играя в эту игру, потому что, ну, я банально ностальгирую, вот. И суть в том, что когда я играл в эту игру, я, ну, в те времена, я не знаю, наверное, мне было лет... О, мы нашли ее! Мне было, наверное, лет 11, и у меня не было возможности играть с другом. Good job. Mission accomplished. Открой, сохранить. Password. Так. Нет, все-таки... Вас запишешь? Да, я запишу. Сохрани и все, слоты, все. А вдруг... Ну ладно. Окей. Кстати говоря... Ух ты. Исла Сорна. Остров Сорна. Да. Кстати говоря, Алан, слева по карте была какая-то местность, ну, судя по моему... Так. Ну, судя покажи. По моему... Нет, это на предыдущей локации, в той миссии. Но мы почему-то провафлили ее, мы туда не сходили. Но я надеюсь, там... А может быть и ходили, честно говоря, тут масштабирование карты такое. Так. Что нам надо сделать? Сейчас скажу. Так. Из этого региона... Чего? Рич... Чё? Мы должны найти три локации в этом регионе на острове. Активировать сенсоры, спасти из пещер каких-то людей. И усыпить стегоса. Стегозавров. Ну, завести стегозавров в эти, в клетки, как я помню. В клетки, да. Для выполнения миссии вы можете использовать мотоцикл. Байк-рейс. Здесь есть мотоцикл? Да, сейчас посмотрим. Good luck. В общем, ладно. Смотри. Так, это мы должны взрывать вот эти штуки. Генератор. Подожди, пока не надо, потому что... Возможно... Я тебя понял. Сделаем зачистку, потом... Да. И, скорее всего, что не просто так возвели этот энергетический забор. Возможно, там динозавры, и нам надо подготовиться. Сейчас я проверю, берет ли его многокалиберное оружие. Нет. Граната. Гранатами. Точно. Давай. Иди ко мне. Поехали. Вторая твоя. А, все. Уничтожен, да, отлично. Так, возьму-ка я автоматик. Так. Готов. Прям в слоумо он так упал. Так, здесь растения ядовитые, аккуратнее. Так, если мы пойдем сюда, да, я помню. О, да, здесь сейчас, может стегозавр. Подожди. Угу. Я тебя понял, что ты хочешь сказать, да. Давай-ка мы все-таки сбегаем. Да, здесь крайне маленькая локация. Давай вот мы наверх вот сюда вот сходим, посмотрим, пойдем, что там. Сходим.
просто ради интереса, поскольку все-таки мы физики и палеонтологи, там достаточно интересно поизучать этот остров, понять его флору и фауну. Я как понимаю, здесь эта локация типа как перекрестка, и мы выбираем, да, да, куда нам идти дальше. Жалко, конечно, что здесь нету тумана войны, так называем. Было бы более... Так, сзади, осторожнее. А, кстати, подожди, да. Это активирует сенсор, да? Это... А, понял, да. Я забыл. У нас же три миссии. Да, три миссии. Сенсоры, пещера спасти. Сенсоры, да. Так, вот здесь вот пещера, скорее всего, судя по вот этому, да. Пойдем все-таки тогда... Заведем его в клетке. Пойдем. Но на самом деле в клетке это такая довольно-таки непростая задача. Но а может простая нет. Сейчас? После того, как я поиграл The Hunter Prime, Primal. Да. Так. Как я помню, их нужно здесь будет. Нам провизию сбросили. Давай посмотрим. Вау. Пью. Усыпить, скорее всего. Да, там надо усыплять. Ну, короче, сейчас. А, кстати, дротики-то бесконечные, получается. Да, дротики бесконечные. Круто. Так, стоп, я здесь не могу пройти. Давай глянем карту, кстати говоря. Да, глянем карту. Вот. Да, в крайнем левом углу. Так, вот он, стегозавр, если да. Ой, я что же с дротиками? Короче. Я... А, этот же, как его? Малькольм. Я играю за Малькольма пока. Так что не можно убивать их. Мои руки будут чисты. Так, ну все. Дорога только наверх. Только по прямой. Так, ну-ка отойди-ка я. Блин. Я что-то взорвал, называется. Ну, автомат-то очередью стреляет. Ну, поэтому надо вот этой штучкой. Вот этой штучкой. Так, ладно, я возьму все-таки дротики, они, видимо, имбовые. Интересно, они возьмут бочку? Ты решил с дробовиком пользоваться? А, да, все-таки дротики берут. Это хорошо. Отлично. Так, подожди, ты не беги, так смотри. Да, значит, вот они загоны. А, все, вспомнил. Мы сейчас должны стегозавров, короче, агрить и забегать сюда. Забегаем, она должна открываться здесь и закрываться там, да. А, отлично. Пойдем поищем их. Они недалеко должны быть. Карта? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, или там даже на машине надо? Не, не на машине. Еда, нет, но... Что-то мне память подсказывает, что здесь будет место, где надо на машине от них уезжать. Так. Вот он! Ой-ой-ой, бежи. Ой-ой-ой. Давай. С другой стороны! Я понял. Сейчас я его сагрю, подожди. Сыпануть его надо. Да. Так, я сагрил. Бегу. Так, здесь надо, чтобы кто-то один-то делал, тут просто стоял, один делал. Потому что мы у нас. Стой! Встань вообще, уже в клетку встань прям. Да подожди, его сагрить надо. Блять, он за мной что ли? Встань прям в клетку сейчас, зайди в клетку и стреляй. Подожди. Все. Вот. Одного. А, его машинку нам дали. Да. Подожди, давай-ка мы посмотрим, что слева. Возможно, мы найдем какую-то провизию. Так, здесь только аптечка. А брони у нас нет, кстати. Брони нету, да. Брони нет. Да ну тебя. Я человек добрый. Ну ты же Алан Грант.
в личине Алана Гранта. А я должен всем рассказывать про теорию хаоса. Это да. Так, ну что, поехали. Так, их уничтожить нельзя, эти кустарники, да? Жаль. Так, значит, должна быть еще какая-то клетка, так как из командного центра не пришло сообщение о том, что миссия выполнена. Да, видимо, вот сюда нам надо ехать еще. Ну ладно, поехали. Так, чекпоинт, отлично. Мины. Мины пошли. Мины. Ну, ой, так, кто-то уже подорвался. Так, стоп. Так, давай-ка я выйду. Так, вот они. Это мины вроде были, да? А, запчасти пока брать не будем. А мы их на ры не можем взять. Да, это только на машине. Мы можем только дотолкать. Так. Да зачем? Сейчас, ой, сейчас. Сейчас, подожди, я взорву. Так. Не-не, они слишком... Нет, я взорвал мину, взорвал. А, он так кучно ходил. Да, сейчас вместе с машиной. О! Господи, да. Так. Две жизни. Ну, в принципе, мы не так к ним привязаны. Па-п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 а
Стреляй, стреляй, стреляй! Нас окружили. Да. Так, у нас ноль жизни. Мы теперь играем сейчас в выживалку. Каждое наше действие. Ничего, ничего. Ух ты, ё, гранаты. Там еще динозавр. Я динозавр в тебя стрелю, а ты гранаты давай. Сейчас, сейчас. Так, три гранаты надо. Запомню. Стоп, а слева там тупик был, да? Не, наоборот, по-моему, слева надо было идти. Влево. Нет, слева... Мы отсюда приехали, да. Вот эти ядовитые плющи, так сказать. Да, нам надо сюда. И вот здесь вторая клетка, я вижу, со спутника. Да, только сейчас только нужно быть предельно. Крайне осторожным, да. Так, где-то генератор. Так можно пройти здесь мимо. Так, осторожно. Так мы его сейчас. Все. Я думаю, между ними нельзя, что ли, пройти? Нет! Это хак лайф. Лайфхак, точнее. Так, жизнь, отлично, отлично. Живем. Ну раз тебя. Просто прожимаем гашеточку. Ни на что не обращая внимания. Так. Как-то слоупочно взрываются бочки. Ура! Ура! Сохранимся. Зря. Почему зря-то? Ну, там у нас на той сохранялке было 5 жизней, а сейчас 0. Так что мне мешает загрузиться? Считаю, у тебя бесконечное число жизней. В общем-то, если использовать эмулятор, я имею в виду. Если я играл бы один, я бы играл бы от жизни, реально. Если, но вдвоем это крайне тяжело это будет. Вот я о чем. Так, я бегу. Стой, подожди. Да я. Ай! Так, стоп.
Давай ты его, Агри. Нет, подожди. Нет, давай я. Я как? Блин, так, ну-ка. Только смотри, не убей его, потому что... Так, где моя... Где мои дротики? Так, слышь, чё, Жопа повернулась ко мне, иди сюда. Так, все, он встал по диагонали, отлично. И, кстати, не стреляй, потому что у него мало жизни сейчас показали. Yes. Так, нам дали машину. Давай-ка сядем. Так. Такая огромная. Подожди, не... ну-ка стрельни по ней. Ты можешь подвинуть машинкой? А, нет, там что-то. Так, подожди. Значит, не всех, мы не всех, значит, словили, динозавр. Дай-ка я выйду на секунду. Возьму автомат. Скорее всего, это надо взрывать. Бомбы. Отойди-ка, да, я гранаты попробую. У тебя появляется горизонтальное каше наверху? Да. Темное. Периодически, да? А, слушай, ты знаешь что? Мне кажется, надо что... надо просто оттолкать. Не-не-не-не, мы физически пока не можем здесь пройти. Мне так кажется. Так, машину не ломай. Страховки-то нет у нас. Вот, да. А, вторая. Вторая. Ой, ну, третья. И сверх? Последняя. Там вот еще она. Вон она. Нет, это мы уже, уже, это самая первая, которая у нас была. Мы ее взяли, поехали сквозь вот этот плющ, который сейчас вот по центру. Спустились вниз. Да, слушай, ну значит надо что-то с ней делать, с этой коробкой-то. А что с ней можно двигать. Сделать? Двигать, гранаты двигать. А, вот все-таки, да. Все, здесь только пешочком. Ой-ой-ой. Я тебя спас, друг. У меня что-то тормозит все. Да, есть немного. Есть немного. Пойдем наверх. Так, не, наверх не идем, там как раз клетка будет. А, давай внизу пока посмотрим, да, вот патрончики возьмем. Ой-ой-ой-ой-ой, нет, здесь только надо машине, мы не можем. Ой, ладно. Опа, так, клетка. Что? Значит, где-то здесь он рядышком, переключай. Не, давай я буду с автомата, если что, кого-то отстрелю прям. Да, а я дротик возьму. Сейчас, вообще надо, конечно, хпшечку. Иди за мной. Так, он какой-то друг застрявший. Я, кстати, помню, что в реальной игре, ну, на Сеге, я имею в виду, точно так же они застревали. Из-за того, что мы их убиваем, а не усыпляем, нам не дают эти значки, которые дают жизни. Да, да, кстати, да. Да, 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 да. Поэтому надо усыплять их. Все-таки мы ученые. Они военные. Аккуратнее здесь бегай, здесь газавр не должен быть. Я знаю, да, вижу. А посмотри по карте. Можешь показать должен. Нажми на карту. Угу. Вон он наш где. Самый низ надо идти. Так, стоп, ну здесь надо на машине ехать, получается. Нет, стоп. Осторожней. Агрю. Ааа, бегу. Ой, он мне в жопу. Все,
Тащи, тащи, Тёма! Сейчас мы его опрокинем. Тащи! Победа! Победа, друзья! Так, ну и тебя воскресили. Друг, спасибо тебе огромное, ты спас мне жизнь. Ну, обращайся, я всегда могу спасти жизнь. Всегда можешь спасти жизнь. Всегда могу спасти жизнь. Еще и есть очень хочу, но это. Я тоже очень хочу кушать. И чаю сейчас и карту гляну. Нет, мы давай пройдем. Потому что у меня сегодня вечером, скорее всего, какой-нибудь стейк будет. Из динозавров. Все-таки можно было бы пройти через тот генератор, где был стегозавр. Там можно было куда-то попасть, но поторопились мы. Так уж вышло. Поэтому попасть мы уже никак не сможем. Так, что это? Да мы так сами умрем быстрее, блин, пока мы. А сколько их нужно собрать, чтобы 99. Одну жизнь, чтобы получить? Да. Да ты издеваешься, ну нахер. Ну а что делать-то? Заяц. У меня жизни крайне мало, поэтому не могу рисковать. Так, это куда мы идем-то? Это сенсор. Активировать сенсор, да? Слушай, я предлагаю сделать буквально небольшой перерыв. Ну, я думаю, да, все равно нет никого. Сходить чаек налить, да, да, да. Я хочу снять кружечку, а то бегая по джунглям, как-то немножко я привспотел, друзья. Вот, давай тогда, ну, из игры, естественно, мы не выходим, вот, небольшая рекламная пауза, друзья, сейчас я подойду.
Тём, слушай, Вань, это... Ты микрофон выключи, а то ты это... Да, чапаешь я, там, конечно. Я выключал. Нет, а, ты я выключал в OBS. Да. Понял. Это, слышь, давай сейчас, если не сложно, давай позвони мне сейчас с видеочатом, пожалуйста. Я просто протестировать что хочу. Чё? Ладно? Ну просто, какая разница, у тебя там будет на заднем плане, и ладно. Да-да-да, сейчас, минутку, подожди. Я пытаюсь, я поставил чайник разогреть, пытаюсь поменять название трансляции на Твиче. Аллилуйя! Да, видимо, все-таки они серваки перезагружали. Сегодня у нас пятница. Так, проверим трансляцию. Да, трансляция идет. Ты представляешь, она в Твиче тоже есть. В смысле, кто игра она? Это. Игра такая. Ну, то есть он находит ее, да. В базе данных игр. Он ее находит. Я вот о чем. А, так. Па-п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 а
Ну вот. Вот, видишь, отлично. Угу, сейчас, да. Хорошо. Я теперь тебя Skype. Окей. Ну такой, чтоб, чтобы в этом, в реал-тайме, да? Ну было? Да, а то у меня там такая задержка и... Да вообще не ставил бы, зачем? Какой в этом смысл? Ну, забавно, не смешно. Так. Сейчас... Сцена... А хотя ладно, лучше пусть как раньше. Да, уже. Я тоже так думаю. Ну, раньше у меня же и, ну, как бы показывает тебя, поэтому. Сейчас, секунду. Ну что, ты готов? Сейчас, подожди минуточку. Чайник там еще, я думаю. Хочу налить себе побольше. Так, сейчас я отойду.
И я очень рад за вас. Бу. Так. Ну, это мы там карты находили, поэтому он открывался. Я, главное, все это время говорю. И забыл, что я микрофон увел. Я тебя слышу. Ну, слышу. Да. Ничего страшного. В общем, я еще хотел сказать, что на самом деле туман войны-то в игре есть, присутствует. А, пойдем вниз, посмотрим. Тупик. Так, сенсор. Прям как в Эсваторе, там тоже такая миссия была. Да. Ты не играл уже в это. Как ты не играл? Ну, это уже там на планете Явин. Ты бегаешь, и из-под земли сенсоры такие активируются, короче. Ну, броник, давай. Вообще, это клево, вот так вот спускать ящик с припасами, с жизней, с этим, с бронежилетом и с бомбой внутри. Это вообще... Это не бомба была. А что же это? Это так гуманно. Это ты просто взорвал его. Кого? Дротиками надо херачить. Ладно. А там мы вообще пройти-то можем? Ну нет, вверх надо идти. А, можем? Можно, пойдем. Здесь, наверное, секрет какой. Секрет. Ну что ты его? А, пока типа жизни есть, тогда можно, да? Дротами. Ага. Ты с той стороны, наверное, надо. С той стороны, да. Ну, по крайней мере, мы теперь знаем, что там есть жизнь. Сейчас, подожди, да, я запомню, где это. Да. Жалко, что нельзя масштаб менять. Я все время смотрю на тебя и думаю, что это я. И нажимаю, и что-то как-то не бежит он. Потрясающе. Одну медальку нам дали. Не, ну это бред какой-то. Ну, как бы да, здесь жизни ты не собираешь в охапке. Тут и так тебе, в принципе, дают жизнь на раунд лежат. А это как бонусом. Я думаю, что если здесь аккуратно играть, то в принципе не так сложно. Так, генератор надо искать. Вон, гранаты. Гранаты у нас полные. Ой, я мину поставил. Извиняюсь. Ты крут, чувак. Давай еще правую часть посмотрим. Господи, вот неужели для 8-бит, 16-битной системы не могли нормальные звуки придумать?
Хотя, наверное, и не могли, да. Ну, тут и так, видишь, это типа вавки какой-то. Какая же это вавка, ты чё, нет? Ну, я имею в виду, она сделана как с помощью MIDI. Ну, MIDI, да, да. Так. Причем что вот эти вот coins, монетки, будем так называть их. Так, осторожнее сзади. Когда мы проходим карту, они исчезают. То есть, что как бы намекает, что... Я помню, да, что что-то как-то периодически подлагивает, да? Да. Это знаешь, знаешь, что подлагивает? Это, короче, типа Алиапротестер не справляется. Добавляется персонажа, чем больше на карте. Не, ну, во-первых, во время стрима, да, я тебе могу сказать мою загрузку процесса сейчас. Ну... Но, учитывая, что... Участвовать в режиме простой 40, но это как бы 60 кадров в секунду и пресет faster, то есть это не very fast. То есть, ну, такое качество картинки хорошее дает, ну, зато. Не, ну как бы играбельно, мне это не смущает нисколько. Потому что уж лучше так, чем получать пикселя. Хотя здесь, в принципе, на одном битрейте трансляцию можно. Нам надо через эти кусты. Тут всю трансляцию можно на одном битрейте вытянуть. Но поскольку страна у нас большая и необъятная, так сказать, лучше, чтобы стрим был доступен для большинства желающих его посмотреть. Поэтому битрейт рекомендуемый стоит, и пресет кодирования достаточно выше среднего, скажем так. Не забудь, у нас там жизни еще были, да? Я взял жизнь. Не-не-не, внизу, который, помнишь, на противоположной стороне. Сейчас я посмотрю, вам вообще рядышком. Так это она и была, наверное? Нет. Вот здесь она была. Вот. Так, у нас патронов хватает? Да, я возьму, подожди. Так. Пам-пам-пам-пам. Не забудь замьютить. ОБС. ОБС не забудь. Замьють. Ну что, друзья, у нас небольшая пауза. Звонил телефон. Подождем. Так, пока Тёма разговаривает, я попробую. Нет, наверное, мне все-таки не получится попасть.
Так, карты не хватает. Так, я здесь, там, короче, нужно было типа уезжать, но я развел на то, что мы пожарим картошку, и я поем ее и все. Ой, блин. На, ты развел на то, что нужно сегодня постримить, да? Не, ну там типа собирались во Фрадис пойти, ну что-то как-то. Сэкономлю денег. Есть повод? Да нет, просто сходили. Так, здесь тупик. Я в последнее время в кафешке хаотично попадаю, то есть. Да я вообще практически не хожу. Уже, знаешь, они приелись, во-первых, крайне мало действительно хороших рестеров. А если есть возможность, то всегда схожу. Ну, хороший рестер там. Например, как в Yet It's Bar на Китай-городе хороший. Там восточная кухня. Так. Ну, сейчас машина взорвется, и мы взорвемся вместе с ней. А, подожди, а я об углы типа... Я не заметил, что у нее жизни тратится. Не, это нас это, динозавр, по-моему, коцал, нет? Потому что да, я просто в куст уперся. Так. Здесь стрелка была вниз, да? Давай-ка мы... не пойдем туда, посмотрим. Вообще, сенсор 3. Один вообще 8. Один... Разве? Да. А тут ты знаешь? Ну, было написано. Вот он собака, он украл наши гренки. Сейчас, подожди, дай я гляну. Mission статус. А, да, действительно, 8, да. Слушай, 8, я не доглядел. Это мы так долго ходим и только один активировали. Странно. Вот, жизнь я взял. Поэтому quick save. Какие-то непонятные летающие существа, я так не могу разобрать, что это такое летает, блин. Какие-то летающие белки, блин. Белочки. Слушай, ну вообще странно, здесь нет ничего. Хотя... Хотя подожди, а тут что? Подъем наверх. Ой-ой-ой, осторожнее. Сейчас я взорву его. Все, готов. Сейчас я гренки возьму. Вернусь назад. Ага, все, пошли. Так, стоп. Мы сейчас идем, я так понимаю, по равнине. Да, да, вот мы сейчас по ней идем. То есть нам надо вниз. Ну, в смысле, потом спуститься с нее. Мы сейчас... Ну, здесь же... Что-то же должно же быть на ней. Кроме вот этих злобных дядей. Иначе какой смысл тогда? Ну да, как-то странно. Один сенсор, блин. Да, 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 я вот о том же. Подожди, вот влево надо, давай сходим. Ой, кто-то там гренку на тебя кинул. В тебя грену бросил тут. Осторожно. Ой, это дот. Сейчас его взорвем. Отходи, отходи. Все, готов. Странно, странно. Давай влево пойдем. Еще 7?
Мы же же два активировали. Как это еще? Мы один активировали. Ну, сейчас второй. Вот это был, вот это второй. А написали еще 7 штук. Ну да. 7 more. 7 more. То есть еще 7. Подожди-ка. 7, да. Значит, их было 9, видимо. Ну-ка. Поддержка с воздуха у нас есть. Нам, по идее, машину должны прислать. Да, подойди-ка. Сейчас с дротиком. Интересно, а с каким интервалом она откатывается или, ну, вообще, как она работает, не помнишь? Может, один раз, скорее всего, на уровень. Не-не-не-не-не-не-не. Слушай, ну вот на этой равнине был один сенсор, да, значит, вот, теперь нам мы с равнины спустились. Наша машинка покоцанная, да. А ведь прикол-то в том, что если сенсор какой-то пропустить, то... Ой-ой-ой. Готов. Если сенсор пропустить, то его потом придется по карте искать, так как он все-таки, ну, они не отображаются. Сейчас, подожди, давай-ка я гляну, кстати говоря. Ну, ножан, да, теперь смотри. Да. В черную карту. Да, вон. Ну, это вот наверху, это надо по карте двигаться. Вот здесь мы прослоупочили. Надо сюда сбегать. Видишь, вот как раз таки. А, подожди, стоп. Да-да-да, мы здесь можем пройти. По идее. По крайней мере, мне так хотелось бы думать. Что, давай сбегаем. Я, честно говоря, так даже не вспомню. Можно на машине съездить, в принципе. Ой! Я сдох, а как я-то сдох, блин? Я же садился. Слушай, а у нас получается... А, ну да, у нас с тобой жизнь на двоих. Ну, на двоих, то есть три жизни одна осталась. Ну в этой игре, по-моему, бесконечно continuous, поэтому... Бесконечно? По-моему, ни хрена. Я не помню, честно. Так, вот сюда нам надо. Вниз спуститься. Сквозь джунгли пройти. Но, скорее всего, это невозможно. Да, здесь была жизнь, нам с другой стороны надо зайти. Придется побегать. Потому что, не дай бог, там будет этот сенсор, потом опять бежать. Да, слушай, а вернуться-то мы не можем. Ну-ка, сейчас насчет поддержки, может, машина будет? Да. Нельзя вызвать. Не, мы здесь не пройдем. Здесь надо только на машине. Ладно. Ну пойдем пока, посмотрим. Я не думаю, что геймдизайнеры. Кстати, у меня задник отвалился. Потемнело. Ну, в смысле. Сейчас да, я свет зажгу, темно уже в комнате. А то выглядит, как будто я в каком-то болоте сижу вообще. Да, конечно, надо отдельный свет ставить. Ну, чтобы только он осветил. Ты понимаешь меня, думаю.
этим. Подождите секундочку, пожалуйста. Это надо видеть. Короче, ладно, сделаем так. Так сделаем, так будет лучше. Отключим эту штучку. Пойдем? Там дети орут какие-то. У меня. Да, слышу, как дети орут. За окном где-то. У тебя какой этаж? Третий. Ну вот, точно слышу, да. За окном дети играют. О, машина. Да, слушай, она отрезвилась. Блять. Так, давай это, без мата. Извиняюсь. Невидимым зрителям. Сейчас я веб-кам скрою. Так, сейчас. Да, давай. Настройки, настройки. Ау. А, у меня вообще выключен был звук. Отлично. Так. Где выключен? В обоисе. Да мне пофиг, я пока тащу все. Я хочу сделать звук, чтобы звук был с твоих, с игры писался. А это у меня нихера не получится, да? Или получится? Сейчас. Почему? Слышь меня? Скажи что-нибудь. Раз, два, три, четыре, пять, ага, ага, вышел. Да, вышел зачем, блядь. О, интересно. Отваливается. Ладно. Что, давай съездим на машине назад. Так, что это за лаг? Да блин, стреляй. Блин, жесть какая-то вообще. Надо крайне осторожно. А то я, наверное, могу в чекпоинт врезаться и взорвусь. Вообще, конечно, машина не должна об кусты взрываться. Я очень на это надеюсь. Так, подожди сейчас.
Так, ну вот, видимо, здесь это с другой стороны какой-то. Слушай, ну как-то же мы здесь карту открыли, правильно ведь? Прием. Сначала, скорее всего, это где-то там зайти надо было. Может быть, она не должна открываться. Нет, 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 нет. Карта там открыта. Значит, мы там были. Фига он разлетелся. А, это. Так, что у нас с жизнями? Ну, стой. А, это я вожу, я вожу. Ты водишь, да. Подожди, я выйду. Вот так вот мы едем по... Вот так ты остался один. Ну, ладно. Ищи давай жизнь. Да, вот надо влево было идти. Ура! Ты открыл черное пятно? Я открыл черное пятно, да. И там меня ждала награда. Ну-ка, крикни очень громко. What's up? Угу, нифига. Чё нифига? Звук. Почему звук? Ну-ка еще раз крикни. What's up? Нифига. Так, угу, угу. А что же он тогда? Что за звук вещает? Ага. Ты пока ищи, ищи, я пока с настройками разберусь. А жизни какие нужно найти-то, чтобы ты появился? Обычную жизнь? Человечка, да. Ну, так не факт, что она здесь будет, ты чё? Ну давай, иди убивай. Может быть, найдешь где-то, или этот аэросаппорт какой-нибудь. Давай попробуем, но... Что-то мне подсказывает. Да, сейчас должны прислать. Машина, скорее всего, будет. Нет. Угу. Я не помню, что здесь машину прислали. Я вообще не помню. Ну, в общем-то, не то, чего я ждал. Но мне в любом случае нужна машина, чтобы пройти вот это место. Я не смогу здесь пробежать. Она, по-моему, здесь появлялась. Один, один. Ну, давай, давай. Да, вот теперь только наверх, в правом углу надо, да? А здесь что? А здесь я вообще проехать смогу? Я, получается, сейчас стреляю, да? Да. Ты и гонишь, да. И стреляешь. Я призрачный гонщик. Ты призрачный солнчик. Как бы, а в ABS крокнуть нельзя случайно? А? В ABS крокнуть окно можно? Альт держишь, Альт держишь, нажимаешь, да? Редактировать сцену, да, а потом Альт. Альт нажимаешь, ну держишь Альт, у тебя появляется зеленая рамка вместо красной, ты можешь ее резать, как тебе нравится. О, блин, а я все. Надо было сразу спросить просто.
Да, круто. Все, тогда мне только ты и нужен будешь. А то я, блин, все. Вот ты-то мне, пацан, и нужен, да? Так. Это какой-то у нас аккумулятор. Так, а это вообще где? Там стопудово должен быть сканер, иначе какой смысл вообще сюда давать игроку ехать? О, жизнь! Ура! Так, сейчас. Ура! Сейчас, Вань, сейчас. Подожди. Да, я сохранился. Подожди, пожалуйста. Да ради бога. Сейчас настройки, настройки, настройки. Звук. Так. Угу. Скажи ты что-нибудь. Все, все слышу. Я ничего еще не сказал. Да. Так, я готов. Пойдем. Куда пойдем? Машину взорвем? Сейчас, подожди. Блин, я извиняюсь, конечно. А где такой динозавр? Тоже хочу такого. Нарисовал, пока тебя ждал. Садись. Вообще, конечно, странно. Я сейчас себя чувствую, знаешь, таким немножко ближе к поколению. Нажмите Е, чтобы выиграть. Вот. Реально отвлекаешь вот от таких олдскульных игр, как бы. Не, ну понятно, но как бы вопрос, блин, ну а почему не могли здесь сделать чекпоинт, чтобы появлялся мой союзник? Блин, ну ведь 20 минут бегать, искать жизнь, это же неинтересно, а ведь я мог еще проиграть. Да, да. Вот, понимаешь, как бы, да? Вот, 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 пожалуйста. Что за жесть? Мы прилетели. Сейчас, секундочку. Блин. Давай, давай, давай. Подожди сейчас, Вань, секунду. Да, я заодно гляну, как здесь вообще загрузка работает. Вот так мы будем чидерить. Но это только для мультиплеер игр. Хотя, наверное, когда будем готов в Control Hard Corps сыграть, в принципе, там и так можно играть, пройти ее. Иди сюда. Машину садись. Какую машину? Ты не видишь машину? Да, опять началось. Но я просто загрузил игру. То есть машины сейчас перед тобой нету? Нету. А я есть? Ты есть, но ты уперся вниз в... Короче, нету. Вот я сейчас на чекпоинт. Я подошел к чекпоинту. Это плохо. Это не надо было нам, да? Сохранял куда? Получается. Получается, что загрузить игру только в сингле можно. Получается, да. Так, ну. А ты пароль записывал? Нет, нет. Интересно, а. Слушай, ну а если вот ты сейчас ко мне приконнектишься? Давай приконнектишься. Да, ну давай попробуем, давай. Я сейчас сделаю сброс. Я сброс сделал. А, и сейчас приконнектишься. А, мне надо выйти, да? Я ты зря это сделал, не по... потому что... Join, join. А, у меня был Game in Progress. Да. И игра крашанулась. Крашанулась? Ну да. Нельзя так делать.
Так, ну в любом случае, давай ты создавай. А, ну. Да, ты создавай, я зайду. Ну, как бы мы все равно придем к тому, что загрузку нельзя. Да, надо пароли записывать. Так, а если... Да, у меня просто эмулятор повис. Ну, у нас один вариант. Это... Я загружаю игру. Ну, я коннекчусь и... Загружаю стадию. Ты, кстати, вот рядом со мной стоишь. Ну, как бы... создаю... У меня сейчас ты стреляешь по стегозавру вообще. Где здесь? Где здесь? А, нет, все это демо идет. Давай, это... Джойси. Ты сделал коннект? Да, Джойси. Посмотрим. Но если это не работает, тогда, конечно, надо... Пароли записывать. Пароли записывать, да. Ну, как по старинке. Не, ну, на самом деле, это даже и к лучшему, в общем-то. Нет, он игру сбрасывает, да, я забыл. Так что вот так. Ну, и сейчас, если сейф нажать. Может быть, мне тоже надо было сейф. Может быть, ты мне тоже скинешь? Не. Это не будет работать, точно тебе говорю. А, давай попробую загружу стадию. Вот ты сейчас можешь бегать? Нет, у меня вертолет летает. У тебя вертолет летает, вот я про это и говорю. Так. А знаешь что? Давай-ка я тебе эту стадию скину. Попробуем проверить.